Аппаратное совещание актива города этой рабочей недели провели первый заместитель главы администрации Шамсудин Халитов и заместитель главы муниципального образования Загид Салим Даудов. Как обычно, рассмотрение вопросов началось с коммунального хозяйства. Краткую характеристику работы коммунального блока за прошедшую неделю дал главный инженер управления коммунального хозяйства Султан Паша Саидов. Значит, работы по благоустройству города, которые ведутся в направлении ямочного ремонта. Те работы, которые выполняют 4 подряда, рядные организации продолжают вести работу. Эти улицы сейчас я перечислять не буду, они где есть. Единственное, что вот на сегодняшний день, то, что начали в июне месяце, завершенных улиц нет. Но в эту неделю уже где-то больше половины наших улиц будет финишировано. Рассмотрению подлежали и вопросы реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан. Краткий обобщенный отчет дал руководитель проектного офиса по городу Хасаюд Раджаб Гинжаев. Недостатки устранены, уже весь отчет, то, что за полмесяца необходимо было, мы сдали на отчет. Сейчас приближаются уже результаты конечного месяца. Налоговая ситуация и санитарное состояние города – это два основных вопроса на сегодняшний день, заключил Шамсудин Халитов, завершая аппаратное совещание. Он отметил, что для увеличения показателя и улучшения ситуации в этих направлениях должны еще более упорнее трудиться все государственные и муниципальные структуры. Заира Магомедова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».